Всем огромный привет. Гляньте, что я купил. Туалетная бумага. Зимняя туалетная бумага. Короче, с начесом. Трехслойная, или как это правильно говорят, трехшаровая. Чтобы вы понимали, вот более мягкая, пышная, супер впитывающая, трехшаровая. Я скажу, вот классно сделали, трехшаровая. А что ее три шара сразу использовать? Я себе каждый отдельно этот слой отделю, и на три раза у меня получится. Экономить так экономить. Кстати, ребята, туалетная бумага, гляньте, с ароматом этих апельсин и рождественского пряника. Представляете? Классная штука. Она была по 417, сейчас я ее взял по акции 249. Но цена хорошая, так что туалетной бумаги на моем канале в обзоре вы не увидите так, ну, года точно 4. О, еще смываемая втулка, поняли? Втулку кинул в унитаз и все. Еще какая-то там штука. Ну, короче, классная. Так, там на заднем плане у меня крылышки. Я тоже купил эти крылышки. Заходил в новую. Сейчас замариновал и буду делать крылья. По 417 она была, я уже сказал, да? 249 ее взял. Так, отставляем эту. Ой, шикарно. Я так доволен, ребята. Огромная такая бумажка. Так, дальше. Ну, вы тут уже видите. Картошку я взял. Тоже по скидке в новости. Люблю вот эту картошку по-деревянски. Очень вкусная. У них там после 9 скидка идет... 40%, да, 40%. Ребята, взял вот этот кетчуп, очень классный кетчуп, мне нравится. Я всегда, никогда его не мог позволить купить, потому что он был дорогой. Кстати, Хайнц — это еще кетчуп из моего детства. Я помню, как очень-очень давно мама привозила вот этот Хайнц большой, потом это масло Финея, ну или маргарин, он там, как я не называю. И вот этот вкус у меня из детства ассоциируется, поэтому сегодня у меня праздник будет. Он по акции по 87, чтобы вас не обмануть. Не, брешу, не по 87, ребята. А, вот, нашел чек. Она выходит по 60... Он по 69,99. Короче, 70 гривен. Ребята, это очень хорошая цена на этот кетчуп. Здесь целый килограмм. Ну, понятное дело, с АЦБ я взял. Это я буду делать эту пиццу. 20 с копейками. Так, ребята, гляньте. Это я зашел в эту АТБшку и взял две палочки колбасы. Это был товар дня. Колбаска по 20, чтоб не обмануть. Сейчас я тоже чеки посмотрю. Ну, 26 гривен, 25,90. Колбаска так со скидкой 50% она была. Так что это... Ну, я не думаю, что я ее буду есть. Это вот придут коледовать коледники. А я... Зайду, то я... Тыш-тыш-тыш-тыш. Так, дальше. Это хлебушек. Хлебушек. Ребят, взял... А, вот чек. Вот же чек, я говорю, у меня эти чеки везде, 100 чеков на каждый. Зашел в Биллу, кстати, Билла уже не Билла. Можете почитать, Биллу уже купили, так что Биллы уже не будет. А может и останется Билла, название будет другое, выкупил Новус. Вот эти вот взял, ями-гами, они по акции, по 10 гривен сейчас были. Тут по 100 грамм, вот эти вот желешки. Вот эта кола вообще вкусняшка, я ее второй раз уже беру, а вот эти вот, не знаю, это какие-то новые. Так, дальше. Я беру все в разброс, потому что ни в одном магазине сегодня был. Это у нас... конфетки Шарм. Ребята, они в магазинах стоят 180-190 гривен. Сегодня в этом в АТБ они стоят 129,90. Ну, 130, скажем. Я взял на 39,40. У меня получилось тут... Сколько тут грамм? 300 грамм. Вкусняшка такая. Так, взял пряники. Пока ехал, уже открыл. 24 гривны прянички. Вот такие фигурные. Запорожские пряники. Вкусные, очень вкусные. 420 грамм. Мне понравились. До чаю пойдет. Так, зашел в магазинчик. Стояли по акции. Ребята, похолодало уже, кошечки там это. Холодно кошечкам. Взял вот таких два. О, это юниор я взял, а поэтому он по акции. По 7 с копейками, кажется. А этот по 5. Или наоборот, не помню. Короче, взял вот эти вот две штучки такие и две штучки такие. Буду кормить котиков, которые возле дома бегают, швендяют. Так, ребят, взял морковку по-корейски. Вот эту приправку. Посмотрел, Маришка Мандаринка приготовила такую вкусную морковку по-корейски. И мне тоже захотелось. Маришка готовила эту морковку по-корейски, а я приготовил винегрет. Такой вкусный получился, там еще чуть-чуть есть. Так, взял желешки. Вот сейчас буду делать вишенку по 10 гривен. Сейчас вишенку сделаю. И апельсин. Да, апельсин и киви. Вишню сделаю. Хочу вишню. Кисленькую. Так, зашел в европейский магазин, ребята. Не знаю, такие макарошки мне когда-то присылали из Европы. Попробую их еще раз. Очень давно как-то ел. Вот эта пачка стоит, чтобы вы понимали, 40 гривен. Тут сколько у нас? Пол килограмма. Видите, тут все не по-нашему. Очень, вот эта вот штучка такая очень удобная, отклеивается. Высыпаешь себе сколько нужно, и потом опять заклеиваешь, чтобы не высыпалось. Очень хорошо придумали. Попробуем вот эти вот трубы, как оно правильно называется. Не знаю, как это. Трафилату. Эль Бронзо. Короче, попробуем. Это в европейском магазине. У нас там
ребята продают, они привозят все из Польши, привозят из Италии. Короче, такие европродукты. Так, это пакетики. А что, хай будет. Так, взял опять вот эту бумажку, мне понравилась, я уже как-то ее давно брал, потом еще раз взял. И сейчас опять этот раз взял, она по 20 гривен сейчас была в акции. Влажный туалетный папир. Туалетная бумага влажная, можно смывать в унитаз. Вот так, понятно. Ну, будем знать, а то я не смывал, 40 штук. Ага. Так, все-таки не зашел, ну, это Ева, да, зашел в магазин и все-таки забрал вот этот крем, который я хотел взять, потому что я тогда взял... Не для жирной кожи. Взял увлажняющий, еще какой-то там. И взял, короче, вот этот матирующий крем. Лирайн, это польский, да? Я уже показывал. Он тогда был, акция на него была 1+1, хорошая цена. Ну, сейчас он... Ой, это видите? Защита. А, сейчас тоже он был со скидкой. Кажется, 70 с копейками. 74. Ну, тоже хорошая цена. Хай буде. И, кстати, удобная упаковка, чтобы вы понимали. Видите? Гляньте. Не надо пальцы пхать в эту банку. А вот так открыл и выдавил, сколько тебе нужно. И все. Так, и последнее. Ребята, капсулы тоже были по акции. По 104 гривны персил. Сколько тут? 14 штук на стирку. Ребята, такие мои покупки. Сейчас буду делать крылышки. Напишите в комментариях, что из этого вы покупаете, что вы не покупаете. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.